первую очередь, это знание законодательства, международного законодательства в сфере миротворческой деятельности, что для нас это не очень немаловажно. Второй вопрос. Вы представляете, что наши офицеры находятся не только в отрыве от пунктов постоянной дислокации, но и от своей родины. И вот здесь это выработка в самостоятельности принятия решений на всех уровнях, в самых сложных обстановках. Изучение местности, ведение разведки, несение службы на пересеченных местностях в сложных климатических условиях, патрулирование, разминирование, охрана особо важных государственных объектов, медицинская подготовка в полевых условиях и, конечно же, в случае необходимости боевое применение в рамках законодательства. Все это мы накладываем на подготовку наших действующих подразделений, используется при повседневной деятельности, ну как опыт, это несение службы на блокпостах, когда у нас была эпидемия COVID. Ну и само собой, в январских трагических событиях мы также использовали этот опыт. Ну, я бы хотел сказать, что немаловажный фактор, о чем я говорил, это в первую очередь самостоятельность и умение принимать решения. А решение принимается правильно только тогда, когда ты обладаешь всем спектром знаний. Рахмет.